Джек Ричер. Призрак. Бывший спецагент. Крутой и бескомпромиссный профессионал. 2 года назад он исчез. Его не найти, если он сам этого не захочет. Простите, сэр. К вам пришел Джек Ричер. Чем могу помочь? Джеймс Барр. Говоришь, он застрелил 5? Я так не думаю. Что ты такое говоришь? Его подставили. Так чем же занимался спецагент? Тем же, чем и ты. Только каждый подозреваемый – это киллер, прошедший спецподготовку. И что мы пытаемся узнать? Правду. Он задает вопросы, которые не должен задавать. Возьмите адвоката. Хелен? Нет. Хелен, ты в порядке? Тебе объяснить, как это работает? Думаешь, я герой? Я не герой. Девушка ваша. Хотя, если подумать, лучше я тебя убью. Они хотят, чтобы я бежал. Но я с этим покончу. Вы немного застоялись, мистер Личер. Мне нечего терять. Если у тебя есть мозги, ты должен этого бояться. Ему не нужны доказательства. Ему плевать на закон. Ему нужна справедливость. Вон из машины!